Как-то вот совсем случайно я не ожидал, встретились совсем не ожидая, и совсем не важно, что услышал, что сказал, словно никогда не расставались. Что сказать, пока не знаю, и о чем спросить. Из привычных фраз лишь только штампы. То, что так случилось, в общем, не говорить. Мы расстались. Расскажи, как у тебя? Да, всего и не расскажешь. Да, работа, дом. Какой-то пряжи. Смотрим мы в глаза друг другу, нечего сказать. Вроде ничего не изменилось. Что ж, так и будет каждый раз в своем молчать. Работа, дом, семья. Как клубок какой-то пряжи. Расскажи, как у тебя, да всего.